Большинство проголосовавших в нашей группе во ВКонтакте не спорят по поводу температурного режима в офисе. Коллеги стараются договариваться между собой. Порядка 7% респондентов никогда даже не поднимали эту тему. А треть и вовсе не имеют кондиционера в рабочем помещении. Еще 15% опрошенных работают дома и сами себе в этом вопросе хозяева. А вот порядка 7% опрошенных не могут найти общего языка с коллегами и даже иногда ругаются на эту тему. Нет, не спорим. Прогнозы смотрим и к единому мнению приходим. Как научились договариваться? Ну, не знаю, как-то сообща все. Может быть, когда-то раньше спорили? Нет, не спорили. Да, кому-то холодно, кому-то жарко. Расскажите, как вы справляетесь с этим? Открываем, закрываем окно, открываем, закрываем окно. Спорим постоянно. К единому мнению так и не пришли? Не. Вот так вот. Кондиционер у вас или окна вы закрываете, открываете? Окна? У нас нет кондиционера. Не поднимали вопрос по поводу установки кондиционера? Поднимали. Финансирование слишком маленькое, чтобы поднимать. Нет, конечно, не спорю, все хорошо, все нравится. Как вы пришли к такому единому мнению? Ну, если нам становится жарко, мы открываем окна. Если становится холодно, мы закрываем окна и одеваемся теплее. Но в офисе же бывают разные люди. Кому-то холодно, кому-то жарко. Ну, если кому-то жарко, он снимает верхнюю одежду, а кому-то, если холодно, он одевает. Все просто. Нет, у меня нет ни кондиционера, ни вентилятора. Я просто дохну, поэтому там не о чем спорить. Ты просто умираешь на работе, и все. Ну, скажем так, да, с коллегами нет, возникает. Ну, мне кажется, просто надо проветривать помещение, проветривать тогда, когда нет, допустим, никого в помещении, например, во время обеда, длинного перерыва, то есть, ну, как-то уважать друг друга и все. Нет, я не конфликтный человек, поэтому споров не бывает. Ну, находить золотую середину всегда, чтобы и овцы целые, и волки сыты.